Радіо НВ, вільнодумці, Євген Пілецький та Олег Білецький в студії. Привіт, друже. Привіт, та ну і сьогодні у нас така, знаєте, непроста буде тема. Хоча хто сказав, що ми взагалі прості підіймаємо. Ми поговоримо нині про... Поховання, як це і куди воно рухається? Ну і в цілому поговоримо про культуру не тільки поховання ритуальних послуг і цього, що, що з цим взагалі пов'язано. Тема, якщо чесно, мені дуже подобається. Я навіть не знаю, якось я тут занадто веселий, напевне, для цієї теми. В цілому, ось, але все-таки будемо розмовляти серйозно. А, сьогодні ми говоримо з Катериною Спіценою, засновницею студії ритуальних послуг Angels. доброго дня. Всім А, uh, Ну і давайте мені, якщо чесно, дуже цікаво, як можна було почати. Справа в тому, що uh, тема стосується абсолютно всіх. Uh, я не знаю, можливо, якісь дуже скоро вже будуть досягнення науки, які дозволять нам жити вічно, але поки що їх не видно. Uh, тому я так розумію, що ваша цільова аудиторія це взагалі і ми, і всі, хто нас слухає в цілому. І ми, і ви, і ми, і ви, і, і всі інші. Да, верно, но сразу хочу заметить, что по поводу достижений науки есть уже определенные разработки, которые дают шанс жить людям вечно. А mm -hmm. не факт, що кожен з тих людей, які навіть матимуть в теорії таку можливість, вони зголосяться, вони захочуть. Це окрема тема, насправді, так. Тож давайте про, про поховання, про те, як це можна сказати, що це еволюціонує, підхід, візія і так далі. Тому що, ну слухайте, якщо там за давніх часів ховали, я не знаю, з зі складеними колінами там і так далі. Ми пам'ятаємо ці а ще, а, ще, а ще до цього, а ще до цього, ну насправді, якщо так подивитися, то найбільш ранні, то я так розумію, що еволюційно гомініди, з яких утворилися люди, так в Африці, то просто хтось там помирав, напевне, залишався лежати там. на земле, ну и а все, всему... а а все, інше, а все інше, там племя было что-то такое шло далее, а потом уже потихоньку начинается там похвание, начинают такие еще, я так разумею, что культур этого дуже багато, я правильно разумею? Да, естественно, если uh, посмотреть на весь мир в целом, то существует очень много интересных всяких обрядов необычных, да, где-то есть племена, где uh, покойников сжигают и едят их прах всем племенем, то есть от uh, маленьких детей до самых старичков, uh -huh. и они не знают других. Других методов да? где-то тела рубят на части и отдают на сидение хищным птицам да это так. тибетские монахи и так далее то есть существует много всего но что хочется сказать по поводу эволюции да в целом этой отрасли конечно в мире есть такая тенденция эта отрасль прогрессирует появляются новые методы да новые предложения на рынке но к сожалению в нашей стране все все-таки деградирует в этом Угу, да. А да. Чему, что ведь бывает у а, На самом деле нет, потеряна культура, да, потеряна сама ритуальность обряда похорон. То есть люди хотят поскорее избавиться от тела и не придают значения вообще, а как... Как это делать необходимо? Mm -hmm. Ну, ну там Если мы говорим про культуры, с чем это связано? Это административные какие-то там, я не знаю, там приманье и так далее. То би требы, домоводы, ситуальные послуги, милиция, полиция. С тем связано, чем? Чи Нет, я думаю, что это происходит уже в течение нескольких сотен лет, mm -hmm. так как смерть раньше, да, она была домашней. Все люди, да, если посмотреть фильмы, даже провожали э, э, людей на тот свет возле там. Э, смертного адра, скажем так, так всей семьей люди умирали на руках у своих близких. Сейчас смерть стала медицинской, mm -hmm. то есть в больнице чуть что не так, что делает человек, первым делом звонит, там в скорую, говорит, ой, 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 спасите, помогите, забирайте. Так. И вот с этим связано то, что смерть стала вот максимально отдалена от человека. Mm -hmm. То есть люди, дети не видят, как умирают их там бабушки, дедушки. Люди не видят, как это происходит. И с есть определенный страх да, из-за неосознанности. И, естественно, всем хочется побыстрее избавиться от тела, побыстрее э, ну, как бы решить эту проблему. Тело есть что... в данном да, случае. Да, да, да. То... то есть сейчас это просто вантаж. Тут очень интересно. У нас сейчас те, кто смотрит э, нас на YouTube, э, у нас только что где-то на... Две вещи. Десять секунд, так. Две Какие знаки происходят? Да, просто вымкнулось светло абсолютно. Это mm -hmm. будет видно в YouTube. И по Витримка Катерини Спіцуної, яка не є радіоведучою, але просто от, ні в чому не бувало. Вона далі розказувала. Але О, супер, в моєму ритуальному кінці просто часто виключається світ. Ага. Письому, мабуть, я прийшла просто не сама. Добре, <світ> у мене просто одразу таке питання. Ми поговорили про знаки, поговорили про таку тему, і ви кажете, що деградує. Це взагалі по світу так відбувається? Чи це тільки в Україні? Тому що все-таки я так, я так розумію, існують навіть, навіть, до речі, у розвинених країнах також це може деградувати. А, а Может быть, каких-то ритуальных еще залышается. Тут первое, на что нужно посмотреть, это на законодательство, конечно. Угу. Есть страны, в которых очень много внимания уделяют именно законопроектам, связанным с погребением. Это и профобразование работников. Это и там, некие госты, которые связаны с тем, как это должно быть, когда это должно быть и так далее. Вот у нас просто не уделяется никакого внимания законодательству. Из-за этого это первое... Mm -hmm. mm -hmm. Перше то, на що нужно звернути внимание. Ну, добре, але якщо говорити про там, законодавчі норми чи про релігійну традицію, що було похідним? Тому що я пригадую, ну, наприклад, в католицьких костьолах це більш-менш нормальна практика, коли збирається родина, так як ви говорите, біля смертельного одра, відспівують і так далі. Це відбувається в костьолі, і нібито ну, ніби воно все дотримано. чого не скажеш про православні. Тобто, може, тут ну, закон... ти, 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 колись був на православных? На... Ну, ну, так, знаєш, з там прийшов якийсь батюшка, пішов. Можливо, це моє суб'єктивне враження. Тому це суб'єктивне. Це на, питання. Насправді, це суб'єктивне враження, так. Опять але, так. у меня есть один пример, який да, лично мне. Если говорить о ритуальности обряда похорон, это Китай. То есть, на самом деле, фэншуй изначально, да, который сейчас все у нас там юзают, э, расставляя жабки э, по коридорам, да, он был придуман как искусство погребения, э, да, и вот от и этого, текала. да, тысячи лет китайцы не то что верили, они проверяли на себе, что от того, когда будет погребен человек, в какой день, в каком месте, от этого будет зависеть здоровье и благосостояние всего рода. То есть, э, расскажу, у нас, кстати, тоже есть такая услуга фэн-шуй захоронений, mm -hmm. то есть, чтобы вы понимали, то есть ближайшая дата для погребения, то есть ее подбирают в течение 20 дней, это раз. А потом необходимо подобрать правильное место, то есть чтобы реки, горы, то есть все стихии были правильно расположены. Покойный должен лежать строго там в, в определенном направлении. И впоследствии, то есть как это работает, когда ставится уже памятник, да, могильная mm -hmm. плита, она как Wi-Fi раздает правильный сигнал, то есть в, ко в костной mm -hmm. структуре да, есть информация по ДНК. Такое же ДНК имеют потомки. И если в правильном месте погребен человек, то есть могильная плита как Wi-Fi помогает распределить либо правильный сигнал, если все правильно сделано, либо ложный. То есть отсюда идет, если неправильное место, э, не, не в то время <coughs> и не так, как нужно, то родственники потом будут иметь некие проблемы. Да. Допустим, когда мне говорят: да, вот мы хотим сэкономить, давайте у нас нет денег да, на погребение, а можно все равно как подешевле. Я говорю: так если вы сделаете это без уважения, без должных почестей, без этого, у вас их вообще не будет. Тобто я так розумію, в цій сфері все таки якісь містичні або езотеричні навіть моменти вони все таки відіграють значну роль, я так розумію, особливо для працівників цієї сфери. Ну, в даному випадку, я думаю, що це все-таки як тонка матерія, да, це щота, це ніка метафізика, яку ми не бачимо, але вона присутствує. Якщо да? говорить о фаншуй і обіцяв, тому що багато хто, наприклад, я так розумію, на заході, особливо, або навіть у Японії, якщо чесно, вони більш технократично вже почали до цього ставитися, тобто ніяких цих а, а, містичних, езотеричних або ще якихось матерій, вони якось ну, вже не дуже використовують їх. Як ви думаєте? А, ну, на самом деле, вообще, эта культура технократичного похова... похования такого, ну, добре, технократичный, это все-таки политический термин, так, но технического похования, то есть, раз, два, все, яким каким Да, да, да но ну, да. самое распространенное, что есть, это, естественно, кремация. То есть, сейчас, в наше время, полностью всемирная тенденция от похорон, от погребения в землю переходить к кремации. То есть, во многих странах уже число кремированных людей достигло 70% и выше. Да, такие, как Чехия, то есть, там в одном городе по два три крематория. И это нормально, и там используют, опять же, экопродукцию, экогробы, и то есть, заботятся об экологии, о местах на кладбище и так далее. То есть у нас в Украине, к сожалению, пока эта ситуация плачевная, да, оставляет желать лучшего. То есть каждый год выделяется сумасшедшее количество земель под кладбище, и надо понимать, что каждый э, погребенный, да, человек несет э, сумасшедший экологический, наносит э, большой экологический mm -hmm. вред э, почве Ну, до речі, це про розвиток думки, напевно, навіть філософської думки щодо поховання, тому що ну це можна пояснити. Давайте пригадаємо, ми сьогодні так поза ефіром пригадували Тараса Шевченка. Та якому руду поховайте, щоб там всі бачили, щоб на горі, щоб красиво і так далі. Тобто ніхто не переймався екологією. Зараз натомість я зустрічаю нехай поки поодинокі випадки, але от я знаю особисто людей, які в молодому досить віці кажуть: я не знаю, що буде завтра. і Я не хочу отруювати своїм тілом землю. Я хочу, щоб зробили так, так і так. Наскільки взагалі це в Україні характерно зараз? е, эм, таке, так, таке, таке заповідання того, как тебя похоронят? Что на сама это поясняют? На самом деле, услуга такая есть. Она называется «Прижизненный договор». Значит, она достаточно развита в европейских странах. И даже ученые доказали, проводили специальные исследования, что люди, которые заключили такой договор, они живут на 5-6 лет дольше, чем люди, не имевшие его. То есть проводились целые исследования. А с чем это связано? Это просто момент, когда ты уже принял, и тебя не страшит идея, то есть ты принял смерть, ты все заказал, и ты спокойно живешь. Mm -hmm. Вот, да, то есть есть психологический момент. Говорю как человек, у которого есть свой прижизненный э, такой договор вплоть до плейлиста, да, когда какая песня должна играть, что должно произойти со мной и как. То есть, в чем я буду одета, какой маникюр, все прописано до мельчайших подробностей. До речи, я про э, плейлист хотел сказать: буквально на предодне зустрів новину. Я не буду и полностью цитувати, не пригадаю, але в Америці представили на секундочку плейлист топ 10 пісень, які, які замовляють от, під час таких процедур на, на поховання. Так, є таке плейліст різних пісень. Насправді, це дуже спросом. Тобто, зараз церемонії прощання можуть проходити під якоюсь э, цікаву концептуальну музику. Ну, добре, музыку. Перед тим, як ми будемо переходити до наступної частини і будемо говорити про різні вже стилі поховання і таке інше, тому що дуже цікаве питання, хочу спитати. Багато хто напевно, напевне з тих, хто нас зараз слухає, скажуть, ну, це взагалі все звучить добре, але це напевне якась дуже дорога культура поховання, э, коли ви не Просто, знаєте, у нас є такий стандартний. А, чесно кажучи, оскільки живу особисто недалеко від морга, ось, і бачу його у вікно. Так сталося. Романтично. Клас, Давайте жити в місці. Дуже романтично. То насправді те, що я бачу, кожного дня виглядає приблизно так. Збираються люди, в цілому в темне одягнуті, не так, як там, наприклад, на Заході, там всі в чорному і такі інші. Якось одягнуті, так приїжджає пазік. Як правило, на якому, на якому портрет померлої людини і чорні ленти. Ну і власне все. Його вигружають, їдуть на кладовище, там десь батюшка його, напевно, відспівує, там поїли ковбаски на могилі, ну і, власне, потім і все. Ну, не можна сказати, що це якась дуже естетична традиція, але багато хто з нас звик саме до такого. І я так розумію, що тенденція все-таки вона змінюється чи ні у нас в країні, тому що скажуть: ну, та це дороге, щось якісь як гроби, ще щось таке. Якована. На самом деле, для того, чтобы что-то менять, надо это менять. Вот я как раз пришла да, в эту отрасль для, для того, чтобы поменять культуру погребения в нашей стране. Потому что сейчас, да, действительно все так, как вы сказали. Но а, есть такие правильные и важные услуги, как церемониймейстер. Это человек, который читает прощальную речь, рассказывает о человеке, кто он был, что он делал и так далее. Да, есть а, всякие очень трогательные традиции, как отпускание голубей, потому что голуби считаются символом а, проводов души в рай. Угу. Да, есть а, очень интересные традиции. Сейчас уже там гроб могут нести девушки. Да, и это смотрится абсолютно по-другому, значит, и много-много других каких-то вот таких концептуальных вещей. Но опять же об этом лучше позаботиться заранее. То есть, если человек сам изъявил некую волю, да не вопрос, хоть фейерверк из праха. О, Це взагалі супер. А справа в тому, що нам зараз треба буде вже йти на паузу. Говоримо про, чесно кажучи, дуже цікаво. Трохи, напевно, для для деякого моторошну тему говоримо про ритуальні послуги, поховання, стилі поховання. Зараз будемо говорити про це більш докладно. Отже, з нами Катерина Спіцена, засновниця студії ритуальних послуг Angels. З вами як ну, завжди, до речі, вона Олег. Так само так. та НАТО-косметологу. Ми сьогодні про це теж згадаємо. Ми, ми так... зараз ми зараз згадаємо поки пізніше. А пере тим, що нагадаємо, що називаємось Євген Пілецький та Олег Білецький, а весь цей процес, який ви тут. Чуєте, він має назву Вільнодумці. Скоро повернемося. Вільнодумці на радіо НВ. Продовжуємо. Друга частина. З вами в студії, як завжди, Олег Білецький, і я Євген Пілецький. Сьогодні ми говоримо про поховання, ритуальні послуги і все, що з цим пов'язано. Говоримо з Катериною Спіценою, засновницею студії ритуальних послуг «Ейнджелс». Продовжуємо тему. І, чесно кажучи, хочу поговорити про а, сучасні. Ну давайте так, традиційні і сучасні. Способи поховання або не поховання померлих, а, яким чином це відбувається, тому що ну, зараз багато хто каже, ми звикли до того, що виділяється десь 2 квадратних метри приблизно на особу, а, повинна бути труна, повинен бути пам'ятник там якийсь, ми бачимо всі ці кладовища. наприклад, Ти кер цук... ну... знаєш, там, красиві пам'ятники, наприклад, там десь на західних, так, Арлінгтонські, наприклад, в кладовищі у Вашингтоні, так, або наші там з цілими заборчиками, столами і такі. Інше це все досить багато місця займає. Насправді нас тут вже більше 7 мільярдів. Ось, і багато хто задумується про те, що якось не всі вміщуються вже. Там вже заходять теми для, наприклад, Японії, що треба ховати в космосі, вже треба ховати там на місяці або ще щось таке. Але давайте. Потрохи будемо про цю тему. Давайте, напевне, про традиційні поховання, так, чим вони, чим вони характерні, взагалі, які є особливості, можливо, якісь цікавинки. Тому що ну ми звикли, ну там, заховали, закопали і все. А може тут ще є, яка, є якась така надбудова. В цілому, надбудова цієї теми. Потім поговоримо і про спалювання, кремацію, поговоримо про більш нові. Цікаво послухати. А на самом деле, если говорить о классическом погребении, да, к которому привыкли э, наши люди, то стоит сказать, что этой традиции всего лишь 200 лет. Да. она очень... всего-навсего. Всего лишь, да. Раньше, да, допустим, та же христианская традиция то есть предполагала сохранение покойников в пещерах. Ну, то есть это были склепы, да, скажем так. Угу. То есть именно э, закапывание, э, это... Появилось достаточно недавно, и лучше бы его ск скорее отменить, да, эту традицию. Вот, допустим, в развитых странах, в Италии, если по религиозным понятиям, да, необходимо покойника э, захоронить в землю, то существует срок три года, в три года он лежит в земле, а дальше происходит эксгумация, это, ну, как бы... Групп, да, 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 ага. да. И его кремируют и отдают также урночку родственникам. Либо каждые три года ты проплачиваешь немаленькую сумму для того, чтобы mm -hmm. твой близкий находился в могиле. Ну, а это заложить в законодательство просто я знаю, что в немецкая подобная история, только там, по-моему, боюсь сбрехать, Да, 10, 10, років, 10, 10, 10 Да, да. Mm -hmm. да, естественно. Вот я и говорю, что mm -hmm. надо обратить внимание на законодательство, и тогда мы сможем экономить ресурсы, экономить землю. То есть кладбище одна могила может использоваться под от всю сім'ю, скажімо mm -hmm. так. Ну, а це, так, це... до речі, є родинні гробовці оці, які ми можемо побачити, да. наприклад, на заході країни, коли реально є таке спеціальне місце, куди поміщується от, прах всіх, всіх людей з родини. Ну, так, да, це є склепи, є склепи mm -hmm. для грабов, да, де ну, можуть поміститися вся сім'я, а є склепи для урночок з прахом. Mm -hmm. Но, кол же... чи як чи називається? Колумбарі, так, да, вірно. Да. Вот, то есть это если говорить о классическом. Но если вернуться на 200 лет назад, вспомнить нашу славянскую культуру, то у нас был костер, который назывался Крода, в котором э, покойников сжигали в лодках. И я знаю одних ребят, это из сообщества славянское, которое и сейчас по сей день практикуют данную традицию вопреки закону, вопреки как бы, ну то есть все, что они нарушают, это экологические нормы и платят экологический штраф. Все. Ага, то есть, фактически, я так понимаю, я так что, а, наверное, родители со славянской такой традицией, так, да. они готовы, фактично, как будто за постоянные проблемы, это как будто в плата выходит за такой особливий обряд, я так понимаю? Незважаючи на ну, не те, что это просто штраф. А, да, да, естественно, но на самом деле это правильно, потому что, когда там тело горит на костре, оно горит сутки, вот, все близкие люди, да, и специально обученные люди стоят молятся. І якщо чоловік да, більш-менш, то звісно, він вибере такий спосіб, да, скоріше, ніж погрібіння або mm -hmm. класичеською кремацію, що у нас з психологічною готовністю? Тому що одна справа створити набір опцій, ну, тобто, дивіться, можна так, можна так, а можна так. Інша справа навіть з тією людиною, про яку йдеться, давайте так скажемо, про яку, яку ми там зараз розглядаємо, підійти до неї і сказати, слухай, ну рано чи пізно це станеться, давай ми якось вирішимо, як це буде, щоб потім просто за. А за добу, когда ты не станешь, чтобы я не бегал, не мучился и так далее. Это может быть психологическая готовности. И вот как у нас с этим быть? Uh, да, на самом деле это некая проблема. Uh -huh. У меня в студии работают профессиональные психологи, uh -huh. но они как правило оказывают помощь уже людям эм, перенесшим да, утрату близкого uh -huh. человека. Но лично я да, продвигаю всеми своими силами прижизненный договор да такой. И когда я подхожу и говорю хочешь умереть, ну, мне как бы как обычно отвечают да. поэтому вопрос кто предлагает mm -hmm. и как вот я считаю что смерти не нужно бояться ее нужно предвкушать поэтому когда и ты же и же ты до как вы уже сказала естественно то есть когда ты не боишься то есть говорят что люди притягивают то чего они боятся так вот если принять неизбежность смерти и понять что любой конец это начало чего-то нового то То можна прожити довго, щасливо і також хорошо. уйти. А от до речі, продовжуючи питання про саме психологічне, продовжуючи свою тему, яку я хотів, про яку я хотів поговорити, справа в тому, що у нас багато хто психологічно зовсім не готовий до альтернативних. Методів поховання, тобто ми вже поговорили трошки про традиційний, тобто фактично закопування у землю, ну для нас традиційний, тому що все-таки людська свідомість вона так далеко не розповсюджується, і ми вважаємо традиційним те, що відбувалося фактично тільки до нас трошки. Ось і е, наскільки люди, наприклад, готові у нас уже перейти до альтернатив, наприклад, тієї ж кремації. А вот тут на самом деле такой момент, если выбор совершают родственники покойного, они, как правило, не хотят брать на себя ответственность да, за какие-то инновационные методы. Угу. То есть только сам человек по своему прижизненному да, волеизъявлению может сказать, я хотел бы так или хотел бы так. Как правило, у меня есть много людей в окружении, которые изъявляют концептуальное желание, то есть однозначно кремация. То есть люди там 25-50 лет, да, вот в этой возрастной группе, 90% говорить, говорять, міня крімірувати, міня кремірувати. А потом з от тут уже починається креатив. Ну до речі, от про цей креатив, тому що можна ж з ним по-різному поводитись із цим прахом. Та? І те, що я бачу для мене, це був подив насправді за останніх кілька років на західних цвинтарях, я маю на увазі Західну Європу. Навіть в малих містах, де здавалося би, Урбан ще не дійшов, думка ця не дійшла. Але от навіть на таких цвинтарях з'являється величезна кількість таких камінчиків під деревами, де там коротко ініціали, там якась якась цифра може. Бути дата смерти, народження і так далі, і все, і оно воно розростається. Тобто, люди до того йдуть навіть в європейських глибинках в Україні, які з цим, от що потім з прахом. А, на самом деле, что потом с прахом расскажу, в Украине с этим плохо. Uh -huh. Поэтому хотелось бы сделать акцент на осознанность людей, да, чтобы они интересовались, что можно, как можно. Вот то, что вы видели в Европе, это называется биоурна. Uh -huh. uh -huh. Это некая конструкция, куда помещается прах, земля, э, саженец, да, семечка, и из этой биоурны вырастает потом дерево. Сейчас есть около 12 пород деревьев, которые можно вырастить, даже есть домашние некие такие кустики, да, которые управляются с айфона, то есть можно полить, неважно, куда ты уехал, да, твой дедушка будет расти. Mm -hmm. Поэтому это называется биоурна. Из каких-то еще таких интересных опций, что можно делать с прахом, Подождите, хотела бы сделать акцент. Давай, у всех да? есть, кроме погребения праха и сохранения в колумбарной нише, у так. нас уже прижилась такая культура, как развеять прах там над Днепром, так, так. на Днепр, еще что-то, еще что-то. моры были такие выпадки? Так. Вот это самое смешное, что я всегда слышу, да? Это все мы находимся в иллюзии, все мы посмотрели фильмы, когда кто-то там с, с высокой скалы так. развеивает прах, он так красиво летит. Значит, <связь> э, а как на справде? с крематория, после сжигания тела, значит, с печи выходят достаточно большие фрагменты костей, то есть 10-15 до 30 сантиметров. Угу. <связь> Значит, вот это вот останки, которые получаются после процесса кремации. Дальше, они все сгребаются и помещаются в кремулятор. Это такой некий блендер да, для костей. Так. Там они э, перемалываются. Но надо учесть, что кроме костей, там останки какие-то зубов, штифтов, гвоздики с гроба, то есть весь металл остается там. Плюс после этого блендера ну, остаются такие гранулы. Ну ага. то есть по пол сантиметра, да, что-то есть какие-то мелкие частички. То есть То, то, -то ага. фактически не той прах, так? Очень не прах. То есть даже если стать на ветру и высыпать, он просто упадет вот так вот Кошмар. под ноги вместе со всеми остатками зубов и это будет такой факап, похоронный факап, как мы развеяли там. Ну Но... поэтому хотелось бы обратить внимание, что нужно, конечно, не находиться в иллюзии, а действительно смотреть, что придумано, какие методы. Переработки праха придуманы профессионалами. А какие? А, а давай, это а, цикаво. Допустим, а, сейчас очень популярная штука – это бриллиант из праха. То есть из э, праха э, выращивают разные виды бриллиантов, разных форм, разных цветов, разных размеров. И это очень-очень классная штука, потому что из одного человека праха, получается, килограмм, соответственно, можно сделать до 9 камней. Угу. Вот, э, всем своим родственникам, допустим, отправить подарочную коробочку после смерти. Там... С дедусем. Да, ну это угу. так мило. Одел, а ну, це... дедушку, помянул, ну, снял. Это а достаточно интересная ситуация. Справа в том, что, например, у христианской традиции существует культура мощев. Фактически это не захоронение, на самом деле это... Ну, це окрема, взагалі, тема, не будем зараз про нее, але это, я не знаю, такие минеральные мощи выходят, фактически. Да, да можна... опять же, ДК опять же они накапливают то что нужно опять это рядышком да твоя твоя сила и так далее. вот еще что есть есть картина из праха то есть опять же прах перемешивают да, со специальными красками и рисуют то ли портрет покойного, то ли пейза, то ли еще что то то есть есть одно из пожеланий значит есть всякие украшения делают стекло. Стеклодубы, то есть от э, всяких скульптур, шариков, тарелок, блюд и так далее, кулончиков. Угу. То есть тоже такое есть. Есть всякие фетишные штуки. Наверное, а, да, это стеклянные шарики, да, новогодние вот эти, угу. вот как снежок, то есть туда вместо снега попадает прах. А есть песочные... То есть если его потрусы, то, то там будет... там будет красиво да, плавать, да. так? Угу, то есть его. есть песочные часы из праха. Вот, что есть плюшевый мишка, в сердце которого там зашивают прах, и он там живет, и с этим плюшевым мишкой ходишь. Значит, фейерверк из праха – это тоже такой тренд. Вот, если мы говорим о развеивании, то лучше не высыпать себе под ноги прах. А выстрелы ты по Конечно, там на 40 дней красиво развеять его с помощью фейерверка. А те а все зубы, фракции, все такие инши, вон он не разлетается? Оно просто аккуратненько выбирается теми, той компанией, которая, которая это производит. Рассыта, Есть так? очень интересный еще способ. В мире существует компания. Мы с ней, кстати, работаем и производим пластинки из праха, виниловые пластинки, на которые можно записать первую любую музыку, которую любил покойный, а прижизненное обращение. Или голос, естественно. Нарезочку такую вам. Это такой идея, идея. Послух, это дедуся с дедуся, классно, да, так? Да. Угу. да. тоже то есть существует много все много всяких методов да ну то есть если говорить о прахе в принципе куча всего это развивается вот у меня допустим есть идея на следующую выставку всемирную до да, которая будет проходить повести коллекцию флоссов из праха а ну то есть такой приятный подарок вдове и Ні, значить, до цього можна ставитися. Я думаю, що добра частина аудиторії до цього буде ставитися як до такого прояву цинізму. Вони мають право так бачити. Але знову ж таки, оці межі, чи взагалі ви їх для себе задаєте, що можна, що не можна. Чи тут, в принципі, немає ніякої межі, просто якщо так хотілося, а, покійному, і Б, тим людям, які його оточували, то кордонів нема. Звісно, я взагалі вважаю, що смерть і все, що з нею зв'язане, це найіннішні тема. А відповідно, кожен чоловік може за. Шлядця так, як він хоче. <скрят> угу. Продовжимо в наступній частині. У нас третя частина програми. Попереду. Я нагадаю, що Катерина Спіцена в нашій студії вона є засновницею студії ритуальних послуг Angels, тонато косметологом. І от про це ми поговоримо в третій частині. Вільнодумці тривають у ефірі Радіо НВ. Напроти мене Олег Білецький, ну а я Євген Пілецький. Да. Почуємось. Почуємо. Третя заключна частина Вільнодумці на радіо НВ з вами Олег Білецький Євген Пілецький. У нас гостях Катерина Спіцина, засновниця студії ритуальних послуг Енджелс та НАТО косметолог. Про це теж зараз трошки поговоримо. Але ось мій колега, трохи тему. Скажімо так, етики, уже етики поховання, відношення і таке інше, тому що є зараз питання дуже серйозне, і воно ставиться у світі, що є пов'язане з екологією, етикою екології поховання, тому що багато хто вже каже, що закопувати людей не екологічно, взагалі дуже проблематично. Кремація також дуже серйозно, екологічно неприємний такий момент, тому що там, окрім самого тіла, тобто самого пополу, ще виділяється величезна кількість матеріалів, власне, за допомогою яких спалюється тіло і таке інше, є ось. Зараз цікаві взагалі дуже ось сучасні вже розробки, я знаю про них, але сподіваюся, що ви нам так докладно про це розкажете. Яким чином зараз я не знаю креативні які існують креативні підходи або технологічні підходи, екологічні підходи до процесу поховання? На сегодняшний день есть два метода, да, очень правильных, на мой взгляд, и интересных. Один метод только хочет обрести свои позиции на рынке, то есть это новая разработка, она называется промессия. Это заморозка тела жидким азотом и далее разбивание, скажем так, его на мелкие частицы с помощью ультразвука. Угу. Да, сейчас еще это не принято ни в одной стране мира это пытаются внедрить, да, на всех выставках везде, там это девушка-разработчик, она бегает с горящими глазами и рассказывает, что так правильно, потому что абсолютно никакого вреда экологии это не приносит, и я надеюсь, что в скором времени где-то это появится и наберет свои рейтинги по миру. Вот, и второй метод, кстати, для нашей страны, он был бы очень, очень актуален, называется ресомация. Значит, это превращение тела в два литра удобрения существует некий специальный бокс, в который помещается тело, разъедают его специальными растворами, да, некой кислотой, и на выходе получается вот двухлитровая бутылка такого удобрения, которым реально очень круто удобрять э, деревья, mm -hmm. овощи и так далее. То есть он разрешен только в Америке, в штате Флорида, поэтому, ну, то есть те люди, которые хотят, мы можем это организовать. Ну, а mm -hmm. если вы про то, что сейчас оно только вот отдельные эти проявления, там, и не всюду по даже З чим проблема? З тим, що не до кінця вивчили, сприйняли. Я маю на увазі там, на рівні влади там, окремих штатів, наприклад, у США, або, або там, якщо ми говоримо про європейські країни, чи якраз з її специфікою сприйняття суто людського. Тут я вже не про Україну, в цілому про світ. Вот, конечно, то есть просто смерть – это последнее, на что mm -hmm. людям во всем мире хочется обращать внимание. То есть они думают о том, что надо, то есть как надо жить, как там поднять экономику, mm -hmm. там неважно и так далее и так далее, а то, что касается смерти, это все вот максимально отодвигается на второй план. Пото что люди ведь не ну, как где вы видели митинг о том что у нас там много кладбиш не такие погребеньни еще что-то бред все боятся все, Взагалі, все вта... не думает вообще А на самом деле это есть большая проблема mm -hmm. Mm -hmm. А Двіиться вы сказали ме мне тут дуже запала ця думкаправа в тому що це ж якщо миже приходимо до такихціьних аспектів поховання, То це ж і серйозний бізнес. Я дивлюся, ви також у цьому бізнесі. Насправді так, ніхто не хоче думати, всі так бояться ця тема. Я навіть впевнений, що на етичність розгляду цієї теми, можливо, нам будуть вказувати там у коментарях або ще щось таке. Але тим не менше, це ж бізнес, враховуючи те, що помирають всі, він може бути не гірший за нафту, насправді, якщо так подивитися. А, тут на самом деле, очень такой... Uh, интимный вопрос, да, потому что, да, естественно, это бизнес uh, это сфера услуг, а услуга, ну, лично для меня, это служение, да, это так. оказание максимальной помощи людям. Uh, но, к сожалению, таких как я, в Украине можно пересчитать по пальцам, потому что именно ритуальный бизнес это там многие уже десятки лет бизнес людей, которые просто пришли и действительно решили нажиться на смерти. Так. Поэтому вот в ритуальной сфере бытует такое мнение, что там бизнес на костях, бизнес на смерти, это плохо, потому что действительно большинство ритуальщиков действительно втюхивают гробы, втюхивают венки в три раза дороже. Ну то есть когда человек в стрессе, в горе, они, пользуясь этим, используют людей. Поэтому еще раз мне бы хотелось сделать акцент на том, сейчас э, век интернета, век технологий. Заходите на сайт, гуглите, смотрите, приходите заранее в ритуальное агентство, сравнивайте цены. Смотрите, что предлагают, как предлагают и кто. Поэтому у нас есть свобода выбора. Угу. А э, когда люди этим не интересуются при жизни, либо даже случись у них горе, угу. они не гуглят, даже они не заходят в интернет, они не выбирают. Ну почему мы выбираем рестораны, почему мы выбираем себе обувь и так далее, и так далее. То есть у нас есть выбор, мы сравниваем что-то с чем-то. А в ритуальной сфере люди привыкли, вот первые, кто им что-то именно навязал, они от безвыходности, от незнания, что, что, как и чего они берут, покупают, а потом говорят «Ой». А, нас а, нас так, а, так, и часто бывает, так? Вот ой. Постоянно. Постоянно. Ну, але, ой, снова у светло. <світло> зникло, зникло. Это, до речи, в Третій, третій раз треба третій раз. задуматися. Третя та, часть, третій раз. Слухайте, <смі> якщо я просто хотів зараз на початок нашої розмови повернутися. От, добре, гуглити, шукати, знаходити інформацію, думати про, про форму. Ну бо багато в чому ми зараз про форму говорили, це окей. Але чи можливо завдяки, наприклад, такій вашій візії, вашим послугам, створити і суть? Бо ви почали нашу розмову з того, що за останніх там кілька сот років суть вона знівелювалася, вона зникла. Так, от ви і за суть так само вы можете там не те, чтобы відповідати, але посприяти цьому. Чи лише форма, и и це така послуга. Нет, во-первых, до того, как у меня появилось ритуальное агентство, я год посвятила специальному образованию, к сожалению, не в, Укра... не в Украине, угу. и изучению похоронных традиций, Uh -huh. религиозных традиций и так далее. То есть в первую очередь, когда, когда ко мне приходит человек, я не делаю акцент на том, что мы делаем с прахом и какой гроб. Я делаю акцент на пути души на том свете. Uh -huh. Я сама не знаю, как на самом деле. Но я тот человек, который владеет максимальной информацией, дать людям понимание, какой путь души при погребении в каких религиях, какой путь души, при кремации. Я говорю о том, что я владею этой информацией, у меня я не имею права не поделиться ею с вами. Сначала вы послушаете, а потом вы сделаете свой выбор, вот то, что вам подскажет сердце. Поэтому форма появляется потом после содержания. А если приходить атеист, например, замечательно. Я все равно говорю, что тон, эм, как бы тонкий план он есть. Ось, кожен отримує того, що він вірить. Я даю йому інформацію, потім говорю, а ти посмі, тобто, атеїст не значить чоловік, який не вірить в щось та далі. Ну насправді є таких багато, але можна, наприклад, якщо людина приходить і каже, скажімо так, мене тонкі плани взагалі не цікавлять. Давайте поговоримо про юридичну, чисто там світсько-етичну і технічну сторону діла. Звісно, тобто, що такое є. Я не можу нав'язати да, то, що правильно, але якщо люди цікавляться, у мене нет права не дати їм це інформація. Угу, тобто, все-таки такий дуже широкий я дивлюся спектр, насправді. Тобто, а, наскільки, а, наскільки взагалі на Заході до цього саме так підходить? Тому що у нас, як правило, просто ось тобі надгробі, ось тобі вінок, там від друзів, від батьків, від рідних, Любім, Скарбів, все таке інше. Ну і власне, ось це у нас вважається традицією, а ви я дивлюся там їм такий широкий, такий надширок.

да, на самом деле на Западе другая культура. Так. Там культура похоронных домов. Что это значит? Это практически в каждом квартале. Ну, если мы возьмем самую развитую страну, это Америку, да, в м, отрасли, в сфере ритуальных услуг, то это в каждом квартале стоит именно дом, в котором люди и живут, и работают. Как правило, это на первом этаже зал прощания, некая комната для переговоров с клиентами. Там э, в подвале находится там частный морг, в котором приводят в порядок и там. На втором этаже живет семья. То есть, и когда приходят к тебе домой, вот даже задумайтесь, да, не в какой-то офис, да, не в какой-то ларек, в котором у нас зачастую ритуальные услуги, а именно к тебе, в твой дом. Ты делаешь так, чтобы люди к тебе и завтра пришли, сказали, спаси, не пришли морду бить, да, ты угу. там быстро свернулся, или там с прокуратурой, там еще с кем-то, как у нас принято. А они пришли, то есть, к тебе в дом, и ты как дома их принимаешь с открытым сердцем и э, готовностью помочь. Угу. Вот, за речь вы сказали, это вообще такая важная часть, это привычка. Готування фактично вже померлого до смерті. Це я дивлюся, що теж окрема культура. Ви сказали, наприклад, коли навіть за себе вже говорили, то ви знаєте точно, в чому ви хочете бути, і манікюри, таке і інше. Це я дивлюся, це також цілий ряд якихось приготувань. Це складна справа. Да, это целая, целая философия такая-то нато-косметологии, потому что, опять же, у всех у нас есть некая иллюзия, что покойный — это такой красивый дедушка или бабушка, который лежит в гробу, слегка улыбается с закрытыми глазками, ну, то есть похож на спящего человека. Ну, то есть у нас уже иллюзия, что mm -hmm. это вот некий человек в гробу. А на самом деле смерть происходит абсолютно в разных местах, в разных позах, по разным диагнозам и причинам. Естественно, тело сразу после смерти выглядит иногда очень и очень странно. Поэтому существуют специальные люди, то есть, конечно, это делают в моргах, да, приводят, забирают в морг, приводят в порядок и так далее. И есть некий ряд действий, да, что необходимо сделать, называется тонатокосметология, да, то есть у всех покойных там, кривой нос. У всех покойных, там у многих открытый, это обязательно. То есть перекашивается, нарушается симметрия лица. Открытый рот, как правило, который невозможно закрыть, если еще и присутствует там трупное окоченение уже. Uh -huh. То есть есть много таких нюансов, и для того, чтобы привести покойного человека вот уже к тому соответствию, которого ожидают родственники, это большая, огромная работа не говоря о тех случаях, о несчастных случаях, о ДТП, о пожарах, утопленниках и так далее, когда там необходима работа уже профессионала, который там сутками может стоять и приводить покойного в порядок для того, чтобы не хоронить его в закрытом гробу. Угу. Ви знаєте, якщо чесно, я думаю, для багатьох і, 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 і хто нас слухає, і для нас, в тому числі ось з Олегом, це, чесно кажучи, така ну дуже нова інформація, тому що ми так само, як ви вже і казали, ті люди, які ніколи про це не думають, ну, а, але так. але але, але, але я зараз після нашого розмови зрозумів, що це та тема, про яку треба думати, і навіть не тоді, коли ти вже вважаєш, що ти там будеш стареньким, і такий і таке інше, тому що дійсно, ось ми ми звикли бачити там дідуся бабуся. человека там лежит, там, потім іконку на лоба поклали. Но але, разом тим, якщо говорити про тих дідусів, бабусь, про яких, напевно, ти говорив, я не думаю, що більшість їхніх родичів звертається за якимись там спеціальними послугами і так далі. Тобто, як це відбувається зараз у нас в країні, якщо ми не говоримо там про ваш випадок, та, про те, що є така опція, є така послуга. на самом деле, большинство людей сейчас, да, около 80% забирают в морги. то есть, ну, это связано со многими причинами, потому что люди не уделяют внимания там карточкам, лечению, и так далее нет основания оставить их дома 20 процентов остается дома и из дома вот как раз да возникает проблема что же делать как одевать кто должен мыть и так далее но я настоятельно рекомендую обязательно обращаться к профессионалам потому что есть такие интимные вещи но ну, допустим покойный после смерти имеет свойство опорожняться угу. тогда когда ему вздумается. и если вы просто решите сами помыть одеть Правильно не затампонируете все, не сделаете массаж так, чтобы это опорожнение произошло в момент омовения. Не, не подготовите это правильно, то это может произойти просто в момент церемонии прощания. Да, то есть есть действительно много таких интимных вещей. На которому нужно, нужно виділяти да, своє увагу, понімання і обращатися к професіоналі. А це означає тільки одне: готуватися. Так, як би це не звучало для когось, незвично. Ну але ми тут для того, якраз і є в студії, щоб на такі речі звертати увагу нашій аудиторії та собі самим, чесно скажу. Катерина Спіцина, засновниця студії ритуальних послуг Angels і та НАТО косметолог, весь цей час з нами. Я думаю, при нагоді треба буде ще якось поговорити. Якщо ви не проти, запрошуємо. навіть по цьому, а от по цій темі є питань, хоча здавалося би, слухайте, майже годину говорили. Все, почуємось іншим разом за тиждень. Вільнодумці? Вільнодумці. Почуємось.